За окнами жителей двухэтажного здания по адресу улица Черняховская, 2, уже вторую неделю шумит строительная техника. Идет благоустройство территории, но на рабочих никто не в обиде. Когда к нам зашли вот ребята работать, они работают без выходных. Они с 7 утра до, ну вот, я не знаю, до 10 работают, но мы все очень рады. Ребята, которые работают, вообще молодцы. Вообще никаких не нареканий, ничего, аккуратно очень все делают. Рабочие не спешат, но стараются по максимуму использовать каждый погожий денек. Объем работ на этом, казалось бы, небольшом участке земли, который в итоге будет сделан, впечатляет. Работы проводятся полностью в соответствии со схемой благоустройства, согласованной с учетом мнений и пожеланий жителей. Также отвечает требованиям 191 закона Московской области о благоустройстве. И содержит в себе обязательные 6 элементов. И то, что мы с вами можем видеть, это озеленение, парковочное пространство, обустроенные детские спортивные площадки, уличное освещение, контейнерная площадка для мусора и информационный щит, в дальнейшем который будет установлен. Часть объектов уже можно увидеть и даже воспользоваться, например, стоянкой. Часть пока только начинает приобретать окончательные черты. В документах БТИ датой постройки этого здания считается 1970 год. Но на самом деле его возвели в 1939 году. Изначально это была общеобразовательная школа. Впервые она открыла свои двери 1 сентября 1941 года. Но не война нанесла урон зданию и прилегающей территории, а время. За почти 80-летнюю историю здесь, кроме школы, находилось государственное учреждение, затем общежитие. Окружающую территорию облагораживали в основном сами граждане. Беседку и скамейки со столом, это делали мы своими силами. Делали для детей, ну так вот вечер там провести, допустим, или днем какое-то событие совместное. Только вот сейчас сделали покрытие, а все остальное это мы сами. Наверное, самым актуальным сооружением для жителей станет детская площадка. В доме всего 20 квартир, а в них с папами и мамами проживает 28 детей. Развлекаться и играть такой большой оравой ребятишек было попросту негде. У нас не было вообще, кроме ржавого турника, ничего. И тот года два назад выдрали, потому что он был травмоопасный. И вот теперь у нас вот такая красота будет. Дети разновозрастные, поэтому у нас и для вот малышей, и спортивные тренажеры для деток постарше. Ну, может, кто-то и взрослый присоединяться. Мамам детей также решили помочь. Квартиры в доме небольшие, а потому еще одно новшество окажется очень кстати. Это площадка для сушки белья. Еще не установили вот эти треноги такие, будет там для предназначена для сушки. Новое. Да, это новое. После окончания работ жильцы все же хотят самостоятельно нанести несколько штрихов в общем благоустройстве дома. Прежде всего высадить кустарники. Тем более, что дело это для них привычное, а материал даже покупать не надо. Которые росли у нас, они же разрослись, большие кусты, мы их делим и рассаживаем вот по периметру, чтобы аккуратненько все выглядело. Ждать окончания благоустройства жителям осталось недолго. 30 сентября планируется сдать объект в эксплуатацию, а в следующем году, глядишь, и до ремонта дома дело дойдет. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.